Здравствуйте, меня зовут Зинин Александр, я являюсь тренером сети Golf Fitness Hampton. Сегодня тема нашего выпуска – базовые упражнения, как их правильно выполнять. За мной! Сегодня первое упражнение – это жим, сидя на плечи гантелями. Показываю технику выполнения. Закидываем гантели, руки под 90 градусов. Вдох, задержали дыхание и выжимаем. Выдох, вдох, задержали дыхание, выдох. Это упражнение нацелено на проработку средней дельты, которая находится вот здесь. Она дает объем, видимость плеча, ширину. А второе упражнение, которое я вам хочу показать, это жим Арнольда. Гантелями сидя, лавочка под 60 градусов, которая нацелена на проработку передней дельты. Находится вот здесь. Посмотрим. Берем гантели. Должна быть под небольшим уклоном. Закидываем. Опять задержали дыхание. Выжимаем, выдох. Локти опускаем чуть ниже 90 градусов, но не полностью, чтобы были дельты всегда в напряжении. Воду пить обязательно на тренировке, потому что водный баланс очень важен для организма. Для развития красивых плечей также важна задняя дельта. Сейчас вам покажу упражнение, которое развивает данную мышцу. Данное упражнение выполняется в такой форме. Ноги на ширине плеч. Наклон под 45 градусов, спина прямая, спина не двигается и отводится назад локти. Выдох. Отводятся локти назад, просто поднимаются, тем самым сокращается дельта. Закончили упражнение. А сейчас я вам расскажу упражнение на бицепс со штангой стоя. Берем штанги, руки чуть шире плеч, локти посередине корпуса. Мы ими не двигаем ни вперед, ни уводим назад. Таких движений вот не должно быть. Руки ровно, вдох, задержали дыхание и поднимаем медленно. Выдох. Почти полностью выпрямляем. Выдох. Руки поднимаем до угла примерно 45 градусов. Делаем медленно, концентрированно. Данное упражнение было направлено на проработку внутренней части бицепса, внутренней короткой мышцы. Сейчас мы покажем упражнение с гантелями, называется молот, которое развивает длинную головку бицепса. Берем гантели. Руки, ноги, как вам удобно. Руки также прижаты вдоль корпуса, никуда они не ходят. Поднимаем. Чуть сводим их на груди. Сейчас вам покажу еще одно упражнение на бицепс. Супинация с гантелями. На развитие объема.
гантели. Ноги, как вам удобно, на ширине плеч у меня. Чуть-чуть подсаживаемся, чтобы была амортизация. Начинаем бедра поднимать и делаем супинацию. Доводим руку. Максимальное сокращение бицепса. Как бы получается, выворачиваю в обратную сторону. Закончили. Переходим к трицепсу. Обязательно надеваем зажимы, чтобы избежать падения дискоса, снаряда и, возможно, травмы как следствие. Локти неподвижны и опускаем колбу. Вдох, задержали дыхание, выдох, вдох. Следующее упражнение, которое я хочу вам показать, это жим гантелей из-за головы сидя. Сейчас мне Салим подаст снаряд гантеля. И мы начнем. Локти вперед. И выжимаем на выдохе. Опускаем чуть ниже. То есть 90 градусов должно быть правее, либо чуть пониже руки. Выжимаем. Сегодня все. Данное упражнение, которое мы с вами сегодня рассмотрели, направлено на развитие плечей и рук. Если есть вопросы, задавайте, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До следующих встреч!